Здравствуйте, друзья! Осталась неделя до старта нашего нового курса, курса, который плотно связан с психологией. Мы давно его предлагали, вернее, планировали включить в нашу программу, и вот он включен и через неделю стартует. Курс посвящен очень довольно-таки популярной теме, очень важной. Он посвящен давлению и манипуляциям и способам защиты от них. Так как курс напрямую касается психологии, безусловно, и вести его будет профессиональный практикующий психолог. Юлия Варфоломеева сегодня с нами, тренер этого курса. Передаю ей слово. Юля, расскажи, пожалуйста, о чем будет курс, что ты планируешь для юристов, начинающих в первую очередь, сделать интересного и полезного. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Скорее всего, вы уже слышали про это слово или про это явление как манипуляция, и, возможно, сами бывали в ситуациях, когда вами манипулировали, или наоборот, когда источником манипуляции выступали вы. Это всевозможные ситуации, которые касаются не только вашей профессиональной жизни. Это отношения с детьми, это могут быть отношения с коллегами, это всевозможные встречи в публичном пространстве. Все это те места, в которых мы точно можем встретиться с манипуляцией. И наша задача будет состоять в том, чтобы разобраться, что это такое, где я в своей практике могу это применять. И следующее, мы будем специально и намеренно фиксироваться на том, как это можно в себе тренировать. То есть будем тренировать техники распознавания. Нужно ответить на вопрос, что точно это манипуляция, и это нужно зафиксировать. Второе, мы будем пробовать обнаруживать в своих действиях манипуляцию. И третье, мы, конечно же, будем обсуждать и тренировать различные варианты действия в ситуации, когда на вас направлена манипуляция. И если успеем, то немножко разберем те ваши личные особенности, в ответ на что вы точно откликаетесь, чем вас лично можно зацепить, и какие у вас есть привычные способы манипулирования или, наоборот, защиты от манипуляции. Итак, если вы еще в раздумьях, или вы уже определили, что вы придете, к чему нужно точно приготовиться. Для нас важно, чтобы наши встречи не были в формате такого одностороннего взаимодействия, когда говорит спикер, а аудитория просто слушает и записывает. Мы точно будем в диалоге, точно будем предлагать вам самим действовать вот в тех форматах, которые Zoom нам позволяет развернуть. И это точно будет возможность задавать свои вопросы, обсуждать свои личные ситуации, которые у вас есть, если вы к этому готовы. И, собственно, делать такое зеркало самого себя, как я реагирую на манипуляции или как я лично действую в этих ситуациях. Юля, то есть я правильно понимаю, что курс, по большому счету, получается не про манипуляции, а про человека, который придет на курс, про человека, которым, скорее всего, манипулируют, то есть про человека, который может научиться, во-первых, распознавать манипуляции, распознавать, то есть видеть то, что им манипулируют. И второе, этот человек будет уметь каким-то образом противодействовать, противостоять этим манипуляциям. Правильно я понимаю? Да, совершенно точно. Нам важно понять профессиональному юристу, в каких ситуациях это может быть полезно, важно, да, и где эти умения можно применять в своей юридической практике. Почему именно эта тема и почему вообще психологическое содержание появляется в программе школы профессионального мастерства? Ну, во-первых, потому что юрист в первую очередь человек. А во-вторых, юрист всегда с другими людьми взаимодействует. И здесь поэтому вот эту область знаний, которая называется психология, миновать никак нельзя. Отсюда мы и делаем вывод, что современный юрист – это не только тот, кто владеет юридическим мышлением и хорошо умеет работать с правом, вырабатывать правовые позиции, выступать в суде, но и тот, кто владеет на необходимом уровне психологическим знанием, потому что это психологическое знание, в том числе способное помогать ему обнаруживать манипуляции и противостоять им, помогает такому юристу быть более эффективным и более успешным. Друзья, коллеги, если эта тема вам интересна, даже если вы не юрист, но интересна,
мы ждем вас на первую часть тренинга. Подробное описание программы, все ссылки, стоимость и все остальное вы найдете в информации, которая будет размещена в том, что называют описание к видео. Ну и всегда вы можете обратиться ко мне лично с вопросами, я всегда вам расскажу, все объясню для того, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Будем очень рады видеть вас в школе профессионального мастерства и будем всегда рады помочь вам стать лучше в профессиональном и личном плане.